Доброе утро. Доброе утро. Вставать пора. Хорошо, хорошо. Что случилось? Ой. Мам, папу уронила. Вставать пора. Слышь? Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, детский каждый. Балда. Понято. Я? А вы что будете делать? Здорово устроились! А может быть, наоборот, вы будете выполнять то, за что вы получаете зарплату, а я буду вам звонить и интересоваться, как идут дела. Да не давите вы на это. Я вам не профсоюз, а я администрация. Плохо себя чувствуете? Возьмите бюллетень. Трудно работать? Переходите на другую должность. Переведем. Ах, не просите. А раз не просите и ходите на работу, на эту работу, то будьте любезны выполнять ее. Все. Галина Аркадьевна, так я пойду? Предупредите Николайчикова, чтобы он завтра прямо с утра с проектом приказа ко мне. Так он ушел. Как ушел? Все ушли, 7:00. И коммутатор тоже ушла. Ну, а мой дорогой заместитель что, тоже ушел? Здесь. Куда ж он денется, пока вы тут? Как ваш ребенок? Первое слово сказал. Мама, папа. Дай. Ну что, Галина Аркадьевна? До завтра. Да, да, да. Присаживайтесь. А что? Присаживайтесь, присаживайтесь. Николайчиков что, уже ушел? Естественно. Естественно, для кого? Для него или для вас?
для трудового законодательства. Понятно. А проект приказа он приготовил? Не знаю, он мне ничего не говорил. А вы, естественно, ничего не спрашивали. А вы мне этого не поручали. А сами догадаться вы не могли. Ну что ж, будем сейчас с вами составлять. Несите данные за прошлый месяц. Что? Сейчас? Да, сейчас. На ночь глядя? У нас с вами ненормированный рабочий день, дорогой мой. Слушайте, я вас не понимаю. Ну чего ж вы не понимаете? Я не понимаю. Неужели у вас дома никаких дел нет? А вас что, завком избрали? Ну, при чем тут это? А чего это вы моими семейными обстоятельствами стали интересоваться? Да нет, но действительно, вот женщины. Женщины, как звонок таких, фу! Как тайфун их всех отсюда уносит. А вы? А вы? Я? Да что я? Я из-за уважения к вам. Из солидарности, так сказать, этой, деловой. Да и то сидишь как на иголках. Мне жена, вон сколько написала. Ну вы идите. Если вам так надо, идите. Да, можно? Конечно, мой дорогой. А то от жены попадет из-за меня. Да. Да ладно уж, что там, из двух зол. А вот интересно, а вот вы дома тоже? Тоже, тоже. Тоже? Скажите, пожалуйста. Ты где? Ты где, малышка? Вот она, вот, и висит. Вот. Ты где? Ты где? В ванной, что ли? Вот. Вот сейчас мы... Вот она! Мне никто не звонил? Нет. Сегодня не говори с ней, не надо. Ничего. Я лучше знаю свою маму. Ну, дай ей хотя бы успокоиться. Ладно. Мама. Мам. Да? А у нас будет ребенок. К ужину? Мам, вот посмотри на меня. Ну, посмотри. Ну что? Ты понимаешь, что я тебе говорю? Нет? А почему я не понимаю? Я все прекрасно понимаю. Опять кто-нибудь придет к вам к ужину, и вы мне не дадите спать со своими танцульками. Мамочка, с тобой просто с ума можно сойти. Вот, между прочим, Игорь, он прав, когда говорит, что ты... Я не совсем так сказал. Вот, кстати, да почему ты ему позволяешь так говорить о своей матери? Мамочка, я ему не позволяю, но иногда он прав. Вот если был бы жив твой папа, он никогда бы не позволил унижать меня в собственном доме. А тебя никто не унижает. И, между прочим, мамочка, в своем собственном доме ты могла бы повнимательнее быть к своей собственной дочери и к своему собственному зятю. Во-первых, он мне не собственный. Да. Я его себе не выбирала. Во-вторых, ты меня даже не спросила, хочу ли я, чтобы ты выходила за него замуж. А потом вы удивляетесь. Мамочка, перестань. А я уже давно перестала. Да. А ты даже не заметила. Я перестала быть хозяйкой в доме. Я перестала делать, что я хочу. Ходить, в чем я хочу. Есть, что я хочу. Спать, сколько я хочу. А теперь все время должна оборачиваться и спрашивать, а понравится ли это моему дорогому зятю. Но тебя же никто не просит. Да? Да. А когда чужой мужчина в доме? Мамочка, он не чужой. Спасибо. Подожди, подожди, пойду, дети. Подожду недолго уж.
А вот с этим как раз торопиться не следует. Надо пожить, присмотреться друг к другу, а уж потом. Мамочка, а мы уже присмотрелись. Позволь, не хочешь ли ты сказать что-то? Хочу, 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 хочу. Интересно, когда же вы успели? Месяца два назад, так, по крайней мере, врач говорит. Так, а я узнаю это, между прочим. Мамочка, ну почему же, между прочим, когда я к тебе вот с этим вот пришла, а ты сказала к ужину? Значит, к ужину никого не будет? Нет, успокойся. Успокойся? Успокойся после всего, что я услышала. Мамочка, миленькая, успокойся. Я же все очень хорошо перенесла. А я? Мама, ну не все же будешь делать ты. Вы нам только немножко поможете. Все в доме придется делать мне. А вы меня спросили перед тем, как присмотреться друг к другу. Вы меня спросили, хочу ли я отказаться от собственной жизни. Мама. Ну что, мама? Простите, Галина Аркадьевна, Лида, мама, наверное, где-то права. Растишь, растишь, дочь. Одна, без мужа, думаешь, вот на старость лет тебе будет помощь, отрада. А получается все наоборот получается. Мамочка, ну мы же все делаем. Да, особенно он. А ему некогда, он диссертацию пишет. Лучше бы мусор выносил. Чем это, собственно, лучше? Вот ведь. А скажет, что это я разбил. Игорь, не переживай. Да я, собственно, особенно-то не переживаю. А вдруг ее еще твой папа покупал? Он ее терпеть не мог. А че ж он тогда покупал-то? А он ее не покупал. Игорь, папа терпеть не мог ходить по магазинам. Да? Да. А послушать твою маму, все в вашем доме покупал твой папа. Ой, Игорь. Примитивный ты человек. Людям нужны легенды. Да? Да. У нас будет маленький мальчик. Маленькая девочка. Понято. Осторожно, не уроните! Игорь, молодец! Какой вес, Игорь! Игорь, ну как вы держите неуклюже? Ну надо же таким уродиться. Пустите, не умеете. Осторожно, головку. Осторожно, портфель. Ну, поздравляем! Поздравляем, Игорь! Садитесь, садитесь. Нет, 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 это самое опасное место. Садитесь, вы сюда? Лида! Лида, закрой окно, а то девочки надует. Нет, 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 вы следующей машины. Девочке нужен воздух. Благодарю. Леночка, твоя мама идет на работу, будет играть разные песни взрослым дядям, а ты останешься с бабушкой. Ладно, маленький? Ленуленька, папуля тоже уходит. Слушайте бабушку, а то бабушка в следующий раз с тобой не останется. Только раз. Как, Леночка? Да. Хорошо. Я сегодня буду поздно. Мамочка, ты разве уходишь? Да, у меня сегодня конференция. Мамочка, миленькая, ну у меня же генеральная репетиция, мне обязательно, ну хоть на часочек, мамулечка. Ну, Игорь дома. Я не могу. Сегодня же Кузя защищается. Я и так только на самый конец успеваю. Ну, я не знаю, у меня городская конференция, я в президиуме. Ленусик, кого? Я сегодня буду поздно. Ну вот что. Я говорил, надо разъезжаться. Но это моя мама. Родителей надо любить издалека. Чем дальше, тем крепче. Ты совсем о ней не думаешь. Почему не думаю? Думаю. Другое дело, что я о ней думаю.
Игорь, Игорёчек, ну славный, хороший, ну... Щекотно, щекотно же. Ну ты же все равно опоздал. Вечно ты пользуешься моей слабостью. Ну так дальше нельзя. Или надо разъезжаться, или... Не знаю, пускай с работы уходит на год. Игорь, она об этом слушать не хочет. Ну что ты, Майра? Ну поговори с ней, ты же ничем не рискуешь, в конце концов. Я рискую осиротить. Поговори лучше ты. Ты предпочитаешь обдавить. Я не могу. Я враг номер один. Враг номер один ее заместитель. Ты враг номер два, поскромнее надо быть. Маленький, я пошла. Доченьки, доченьки, доченьки мои, где же вы, мои ноченьки, где же вы, соловьи? Ай. Что, профессор, подписал? Погнал, как мальчишку. Да, Игорь, ты же все сделал. Да что я сделал? Что можно сделать в такой домашней обстановке? Ну, у тебя же ребенок. Ну, что же ребенок? Что же я из-за него теперь должен? Декрет уйти. Лида. Секундочку. Не кричи, ты не дома. Извините. А разве дома я дома? Что там придумал? Ну почему он? Что же, я уже не имею собственного мнения, да? Нет, почему? Ты имеешь, но оно почему-то напоминает мне чье-то чужое. Это невозможно. Ничего, недолго осталось. Скоро вздохнете. Как тебе не стыдно? Ты сегодня какая-то прям. Ну ладно, давай, не стесняйся. Что у вас там? Мама. Ты себя последнее время плохо чувствуешь, устала, ты много работаешь. Ну, скажите, пожалуйста, тебя это так волнует. А кто за меня будет работать? Ты уже за себя ничего не можешь. Ну, почему я? При чем здесь я? У меня это временно. Мамочка, а тебе надо подумать о себе. Да? А может быть, о тебе? С тобой стало так трудно говорить. А потому что ты это редко делаешь. Ну, ладно, давай, что там у тебя? Если так, то ничего. Не волнуйся, думаешь, я не понимаю ничего? Вы хотите, чтобы я оставила работу? Мам, ну ты пойми, сейчас у меня отпуск, да? А потом меня ведь не смогут все время подменять. А певцы знаешь, как не любят, когда у них меняются концертмейстеры. Ну исчезну я надолго, они все разбегутся. И буду я вон в клубах пенсионерам аккомпанировать. А когда ты решила завести ребенка, ты об этом подумала? Или ты сразу рассчитывала на меня? Мое дело, мол, родить, а воспитывать пусть дядя будет. Нет, моя дорогая, ничего у тебя не получится. Потому что, слава богу, у меня в жизни еще есть интересы помимо пеленок. Мамочка, ну ведь она же твоя внучка. Прежде всего, она твоя дочка. И я, между прочим, тебя вырастила без бабушки. И ничего, вырастила на свою голову. Тихо, спит еще. Мама отказалась. Ну так этого следовало ожидать. Игорёчек, ты устал? Естественно, малышка. И я устал. Что мы теперь будем делать? Надо пригласить няню.
А, и только. Какие сущие пустяки. Ну почему пустяки? Я сама читала, что няню можно пригласить через бюро добрых услуг. Поменьше бы фантастику читала. Игорь, я не знаю, я просто не знаю. Я отменила уже 2 репетиции. Будет скандал. Лида, ты должна понять, наконец, что мы не можем рассчитывать на нашу маму. Действительно, почему бы не пригласить няню через бюро добрых услуг? Это так же невозможно, как и уговорить маму. Напрасно, Лида. Ты совершенно не веришь в сферу обслуживания. Почему же верю, как в Бога? Никто же не думает, что он есть на самом деле. Но верю. Я буду поздно. Всего доброго. Ну чего ты стоишь? Разгружай сумки. А что ты взъелась? Что ты взъелась? Вас приветствует бюро добрых услуг. Меня зовут Ефросинья Федоровна. Здравствуйте. 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 Хороший ребеночек. Да. Хороший, маленький. Ну, тяжелый. 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 Нет, не подходит. Не подходит. До свидания. До свидания. До свидания. Вас приветствует бюро добрых услуг. Так кому няня нужна? Тебе, что ли? Нет, девушка, нам няня не нужна. Извините. Больно же. Утверждаете, что вы няня. А вас что, мой пол смущает? Ой, что вы, нас нисколько пол не смущает. Может, вам и образование мое не подходит? У меня высшее техническое. А вам какое нужно для вашего мальчика? Девочки. Вот и Леночка. Здоровайся с дядей. Здравствуй, дядя. А сколько ему? 9 месяцев. Папа. Похож. Да. Похожа. Это она. Похожа. Да, понимаете, дело в том, что я больше люблю работать с мальчиками. Почему? Они как-то контактнее. Вы знаете, а у нее совсем мужской характер. Она очень молчалива у нас, да? Маленький, что такое? Ну, что такое? Дело в том, что я не люблю, когда дети молчат. Это неестественно, как-то настораживает, знаете. У меня силенциофобия. Как? Боязнь тишины. Силенциофобия. Боязнь тишины. Тишину боюсь, боюсь. К сожалению, она иногда кричит. Да, вы знаете, когда ее качают. Да. Понимаете, дело в том, что я люблю качать. Это меня как-то успокаивает. У меня невроз. Понятно. Mm-hmm. Так можно что-нибудь придумать? Положить девочку в кроватку, а качать коляску пустую? Дело в том, что я люблю, когда ребенок в коляске. Мне необходимо больше двигаться. Знаете, у меня спондилез. А не устаете все время двигаться? И не утомит ли это ребенка? Если она будет вместе с вами двигаться. А вам разве не сказали на нашей фирме, что я работаю только 3 раза в неделю? Потому что у меня кружок в ЖЭКе. Художественный свист. Что? Свист! Художественный. Ой, Леночка, ты послушай, как дядя свистит. Ой, как свистит. Так, и сколько же вас будет здесь народу? Да вы знаете, вот все мы и все работаем, так что целыми днями никого нет, да и вечерами иногда тоже. Дело в том, что я люблю, когда есть с кем поговорить. У меня силенциофобия. Вы говорили уже это. Да. Когда же это я успел? Неужели говорил? Склероз! Thank you.
Да? Да, я. Слушай, хорошо, но это, допустим, она не умеет. Ну, а кашу, простую кашу она тоже не умеет? Тогда какая же она няня? Она просто дилетант. Гони ее в шею! Нет, 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 только не из нашей фирмы, там все такие. Да, как Сереженьки. Температуру померили? Ну, я же говорил, что ничего страшного. Да, да. Через 37 минут я заканчиваю. Плюс дорога. Да. Ну, целую. Ладушки, ладушки. Ладушки, ладушки. Что день грядущий мне готовить? Добрый день. А, добрый день. Добрый. Как наша девочка? Ничего, спасибо. Уже поправился. Кто поправился? Как кто, наш мальчик. У нас же девочка. У вас девочка, а у нас мальчик. У кого это у вас? У нас, у моей дочери. Интересно, а при чем тут ваша дочь? Как при чем? Как при чем? Как при чем? Она же мне дочь, я ее отец. Ну, я вас спрашиваю, о вашей девочке, а не о вашей? У вас девочка, а у нас мальчик, я говорю. Да? Да. Ну, в данном случае это все равно. Нет, вы знаете, я все-таки больше предпочитаю работать с мальчиками. Они надежнее. Что день грядущий мне готов. Извините, а почему же вы тогда нянчитесь с чужими девочками? Я помогаю дочери, зарабатываю ей на няню. Но не лучше ли самому нянчить собственного внука? Нет, вы знаете, все-таки хуже. Да? Да. Ничего не понимаю. Дело в том, что мне нельзя волноваться. У меня гипертония. А с чужими можно не волноваться? Конечно, нет. Зачем же? За него вы волнуетесь. Что день грядущий мне? Как же так без души к ребенку? Слушайте, собственно, зачем вам моя душа? Вам от меня что нужно? Добрая услуга, я так понимаю. Вот вы ее имеете, согласно прейскуранту. И вам не стыдно? Вы же сам дедушка. Слушайте, а если вы меня будете оскорблять при исполнении служебных обязанностей, я вообще уйду. Я, между прочим, работу бросил, когда у меня дочь родила. А это надо выяснить, с кем вы работали. Как кем? Зам-зав кафедрой электротехники. Впрочем, это не имеет никакого... Да что вы делаете? Ну, хватит. Мы как-нибудь сами разберемся со своими семейными делами, без посторонней помощи. А вы можете быть свободны. Всего вам хорошего. Пожалуйста, пожалуйста, нянчитесь с ним сами, если вы такая сердобольная. Сейчас мама Галя с тобой погуляет. Бедная девочка. Маленькая, это не хороший дядя. Это бездушный дядя. Очень остроумно. Я вашего няню уволила. Мамочка, ой, как хорошо, что ты пришла. У нас как раз гости. Познакомьтесь. Мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Леночка, вот тебе куколка. Галина Аркадьевна, да? Давайте потанцуем. Давайте. Я вас очень прошу, не говорите только сейчас, леди. Со мной чуть инфаркта не было. Привели в дом бог знает кого. Поп еще академика пригласили. Понимаете, няня теперь дефицит. С этим тоже как-то надо считаться. А со мной можно не считаться. Можно подумать, что у вашей жены сколько угодно матерей. И одну потерять вам не жалко. Ну что вы, жалко. Невоспитанность. Подошел,
бір сөз айтып көңіліңе ұнасам, кетерменде бір сағат деп зәре жол. Еде болса келіп кетші ұнашам, не болса да келіп кетші ұнашам. Трошкин! 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 Подождите минуточку, мой дорогой, секундочку. Ну что, мой маленький, не спишь, не спишь. Никак не уложат тебя твои родители. Мой маленький, ну что ты? Ну же видите, вернее слышите, что Лида занята. Неужели? Нельзя облегчать жизнь одного человека за счет другого. Ну, конечно, мокренькая. И никто не поменяет ползуночки мои рыбоньки. Никто не принесет сухенькие. А ведь действительно так никто и не поменяет пеленочки ребенку. Ну, начали. А между прочим, это ваш ребенок. И на кого-то рассчитывать я не знаю. Ну что, моя маленькая, сейчас мама Галя тебя поменяет. Скажите, Лид, чтоб принесла сухие ползунки. Ну что, моя маленькая. Сейчас, Леночка, твой папа пойдет, скажет маме, чтобы она дала ему чистые ползунки. Он их отнесет бабушке, бабушка тебя переоденет, грязные отдаст папе, папа отнесет их маме, а у мамы завтра сдача программы. Интересно, что же она у нас завтра с тобой сыграет? А когда хотят делать программы, не заводят детей или одно, или другое. Правда, моя рыбонька? Леночка, Леночка, а вот у других девочек и мальчиков, у кого добрые бабушки, у тех и одно, и другое. А мы ничего не будем отвечать грубым людям. Пусть они себе грубят. Ну и вырастим не такими. Ну что ты хочешь сказать? Ну что ты хочешь сказать? Она хочет сказать, что сделать ребенку угу-гу и сюси-пусь, это не фокус. Это может даже чужой. Значит, я вам чужая. Я этого не говорил. Так, по крайней мере, откровенно. Лида! До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. О, какое прекрасное дитя. Это наша Леночка. Леночка, иди сюда, иди сюда. А между прочим, на вас похоже. Спасибо. До свидания. Счастливо. Все, хорошо. До свидания, дяденька. До свидания. Счастливо. Нет, ты слышала, до чего договорился твой муж? Он сказал, что я вам враг. Но это же неправда. Но я же не говорила этого. Ну зачем вы так говорите? Тогда почему вы живете вместе со мной? Не хотите? Давайте меняться. Ну что вы, какой обмен? Ну что вы? Живите сами. Воспитывайте ребенка сами. Прости, с меня хватит. Вдоль по Питерской, по Тверской Ямской. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Лидочка. Здравствуйте. Здрасте. Проходите, пожалуйста. С колокольчиком, да. Ой, мой дорогой, вы еще ждете? Ну, извините. Да, веселье. Веселимся, да. Мы лучше завтра поговорим. До свидания. Здрасте. Вы ко мне? Наверное. Проходите, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Только у меня тут паркет, вам не трудно снять ботинки, одеть тапочки? Конечно, конечно. Пожалуйста. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Хотите чаю? Нет, благодарю вас. Кофе? Спасибо. Ну, тогда сигареты, пожалуйста. Я не курю. Ой, я тоже не курю. Вы знаете, никотин очень вредно влияет на связки. А я певица, для певицы связки все. Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь, поглядите. Узнаете? Это я. В роли. Копия, масло. Узнаете? Руку. А? Не, не мою, конечно. Руку художника. Не знаете, что вы. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Это прекрасный художник. Но не будем называть имен. Как говорится, пока художник жив,
его личная жизнь – недостояние народа, в отличие от его искусства. А вы человек искусства? Нет. Нет, да? Я сразу узнала. У меня наметанный глаз профессиональный. Сразу вижу, кто есть кто. Как говорят в Англии. Были в Англии? Нет, не довелось, знаете. А я была. Это чудесная, удивительная страна. Я там была на гастролях. Какие там мужчины, все сплошь джентльмены. А какое произношение? To be or not to be, а? Какой ритм, а в переводе быть или не быть, как в барабан бухают. Я бы Шекспира играла только в подлиннике, на его родном языке. Вообще искусство, все должно быть настоящим, подлинным. Я поэтому не люблю кино. Знаете, там все как-то понарошку. Я сейчас временно на пенсии, поэтому не снимаюсь. Я в прошлом балерина. У нас очень рано выходит на пенсию. Из-за вредности. Ох, какая опасная профессия. Того гляди, каждую минуту что-нибудь сломаешь. Да. Я бы вообще всем нам, артистам искусства, сразу бы выдавала страховку. Танцорам на ноги, певцам на горло, писателям на руки. Ну что мы все с вами о грустном, да о грустном. Давайте, вставайте. Принесли мне шерсть, а то у меня сейчас своей шерсти нет. Повернитесь-ка спиной. Нет, я сейчас пока что сниму с вас мерочки, а шерсть вы принесете мне попозже. Ну так что же мы будем вязать? Выберите вот, пожалуйста, жилет или полувер. Простите, какой полувер? Я, видите ли, по обмену пришел. Вот тут написано, что вы хотите съезжаться. Господи, а я-то думала. Так, извините меня, пожалуйста. Да ничего, ничего, ради бога. Так вы хотите съезжаться? Да. Хочу. Только вот не с кем. Да. Зачем же вы тогда объявление даете? Ох, молодой человек, деточка, да как же может тогда? Одинокая интеллигентная женщина. Познакомиться с одиноким, интеллигентным человеком. Ну? Вы хотите сказать мужчиной? Конечно. Кто же чаще всего подает на размен? Конечно, те, которые чаще всего разводятся. Правда? Я со мной согласна. Ну, знаете. Ну, знаете. Вы, значит, вы грандиозная женщина, честно. Правда? Честное слово. Да еще с пенсией. Ну, видите, как хорошо. Ну, так что же, как вы думаете, есть у меня шанс? Шанс? По-моему, определенно. Особенно, знаете, зимой. Почему зимой? Но вы же еще немножечко вяжете. Я пойду. Пожалуйста. Ну, до свидания. Будьте здоровы. Желаю вам успеха. Спасибо большое. Спасибо. Здрасте. Зинуля, вы в прошлый раз говорили, что у вас маклер есть. Есть, только пьет очень. Да это бог с ним, иногда ж он трезвый бывает. Бывает, говорят. Я лично не видела. Всю кухню мне испортил. Как? Только кухню, а комнаты? Ну, комната еще туда-сюда. Обоими он ничего работает, а маслом просто ужас. Я не понимаю, вы о ком? На маляре, о Копейкине. Вы же о маляре спрашивали? Да нет, я о маклере. Маклер тоже есть, только он напуган до смерти, сам себя боится. Адрес знаете? Зеленая 13, квартира 5. Три раза позвонить, едем постучать. Три раза позвонить, а один постучать. Так, из двух смежных
на разъезд из двух смежных, на разъезд 22 метра 11 плюс 11, квартира гостиничного типа, кухня 2 метра. Скажите, что ошиблись адресом, что дома похожи, они в самом деле похожи. Так, что у вас есть? 40 метров квартира. Никаких квартир. Мы говорим о тете. Квартира это тетя, метраж, возраст. Сколько лет вашей тете? Тетя Анюте, наверное, лет 60 уже. Какой тетя Анюте? Ой, я забыла. 40. А, другое дело. Сколько у вас детей? Комнат, значит? Две. Двое? Двое, да. Метраж? Простите. Возраст? 25 и 15. Так. Младшая, пожалуй, маловато будет. Слишком молода. Ну, так уж получилось. Я понимаю, но сейчас 15 лет не котируются. Все хотят постарше. Странно, а раньше наоборот. Опять? Ну, вы понимаете, мы не претендуем, так сказать, на большие тети. Нас устроят вполне две маленькие, так сказать, тетеньки. Так, кстати, племянница с мужем как живут? Вместе порознь? Так вместе порознь? Что такое? Это раздельный, совмещенный? А нет. Что нет? Удобств нет? Племянницы нет? Мужа нет? Нет, племянница есть и муж есть. Племянница такая вся белая, в кафеле до потолка, а муж, он тоже блондин, белый, чех. Как? Чех, я с иностранцами? Нет. Компакт импорт. Ах, это? Да. Боже, вы меня путаете. Кстати, забыла. У тети есть еще внучка. Большая. Вполне может сойти за дочку. Вы про кухню? Мы говорим о тете. Я надеюсь, внучки у вас тоже не крошки? С вами не соскучишься, простите за избитую фразу. То же самое говорит мой зять. Зять? Да. А лоджии, значит? Для кого как. Для меня он муж моей дочки. Подождите, подождите. Дочь — это комната. Комната. Муж — это в этой комнате. Что же это будет? Ничего хорошего. Да перестаньте мне морочить голову своими настоящими родственниками. Я хочу подобрать вам варианты. Вы меня путаете. Боже мой, как вас легко запутать. А Зина говорила, что вы опытный маг. Я даже вас не понимаю. Я вас тоже не понимаю. Я бы на вас обиделся, если бы не были дамы. Ну, на это не надо делать скидки. Сколько вам лет? Что вы так кокетничаете своим возрастом? Квадратных метра. Шепница, вы одна живете? С комнатой взрослой. Вы что, не можете говорить нормально? Нет. Слушайте, ведь это же то, что нужно. Ну, конечно, это же то, что она просила. Как я сразу не понял. Вот вам адрес, идите туда. Черт, забыл пароль. Один.
дяди. От дяди Зины? Никаких имен. Просто от дяди, там поймут. Секундочку. Но я тороплюсь. Я тоже. Вы от кого? От Мани. Она вас предупредила? О чем? Как о чем, о конспирации? Конечно. Познакомься, у меня комната. Дочь старшая. Очень приятно. Ты куда? К дяде. Привет. От тети. Прошу вас, прошу. Познакомьтесь с вариантом. Повторяю, останетесь довольны. Дяди. Простите? От дяди я. Ах, вон что. Прошу. Видите, какая штука? Мама сейчас нет дома. Она скоро будет. А вам, по всей видимости, к ней. Ну, честно говоря, я хотела посмотреть, что у вас есть. Я так думаю, что можно сделать и без вашей мамы. Ах, ну, вон насчет чего. А я не понял вас сразу, я думал, вы к маме. Конечно, я могу сам показать. Только в моей комнате чертовский беспорядок. Я прошу вас подождать здесь, а я расставлю там все, чтобы свет хорошо падал. Ну, не волнуйтесь, меня мебель-то не очень интересует. Ну, понятно, действительно, мебель несколько мешает, но не выносить же ее, не правда ли? Ну, конечно, я вам этого и не предлагаю. Ага, ну, вот и хорошо. Ну что? Скажите, как вы предпочитаете? Как вам поставить? В рамках или на подрамниках? Что поставить? Как что, картины? Какие картины? Ну, какие вы пришли смотреть? Я? Ну, не я же, я их видел некоторым образом. А почему картины? Не знаю почему. Вероятно, потому что я художник. Ничего не понимаю. А при чем тут вы, извините? А при чем тут ваш дядя, извините? Ну, я не знаю, он так сказал, что вы все поймете. Да? Ну, и с чем же вы пожаловали от вашего дяди? С приветом. И кому же он передавал этот привет, ваш дядя? Наверное, вам. Интересно. Очень интересно. Скажите, я вас не слишком огорчу, если я скажу, что я не знаю никакого дяди. И тети тоже, на всякий случай. Ну, тогда ваша мама, может быть... Может. Моя мама все может. Вам придется подождать мою маму? Я только одного не могу понять. Почему вы мне не можете показать без мамы? Ведь я могу. Только меня интересует... Что? Квартиру, естественно. В каком плане? В плане обмена. Странный день сегодня как-то с утра не задался. Я ничего не понимаю. Вы что, не меняетесь? Утром, во всяком случае, не собирался. Так. Наверное. До свидания. До свидания. Значит, он все напутал. Кто он? Да этот дядя. Ваш дядя? Да какой он мой? Я его видела в первый, слава богу, в последний раз. Просто мне его порекомендовали. Он помогает в обмене квартир. Неофициально, конечно. А подождите, подождите. Кажется, начинаю понимать, в чем дело. А этот ваш дядя, он такой странный какой-то. Да, довольно-таки странный. Он намеками говорит, да? Вот именно намеками. Ну, точно, это он. Он. Я его знаю, он часто бывал у нас. Это мамин знакомый.
Ну, видите, вы действительно не в курсе маминых дел. Да нет, я боюсь, что я теперь в курсе. Так что вот, милая племянница, ничего у вас не вышло. У кого это у вас? И что не вышло? Ну, знаете, я, пожалуй, пошла. И привет вам от дяди. Да вы не сердитесь, я вам должен объяснить. У моей матушки, как вам сказать, идеи фикс. Она во что бы ни стало хочет, ну, это она хочет, извините, не я. Она хочет меня непременно женить. Ну и что? Ну, вот посредством, видимо, вашего дяди. Я не понимаю, вы что, меня разыгрываете? Как же так можно, чтобы взрослые люди занимались столь недостойным делом? И вам не стыдно? Вы, художник, идете на это. Да нет, я не иду на это. Извините, это вы пришли. Ну, знаете. Вы знаете, кто вы такой? Знаю. Я знаю, я не очень молодой, не очень удачливый художник. Хуже. Вы не очень молодой и не очень удачливый Дон Жуан. Дедушка, давайте вам помогу. А, нет, я сам. Ну что? Я же мужчина. Ничего. А, ну тогда при одном условии. Я помогу вам. Пожалуйста. Вот это мне, а это вам. Ух ты, как тяжело. Тяжело. Ну, пошли. О, вы тоже? Что? Да вот, все меняются. Меняемся. Да, буквально все. Вообще странно эти люди. А неужели им так плохо вместе? А чего хорошего? Неужели плохо, когда вечером за большим столом собирается вся семья? У вас есть большой стол? Допустим, есть. У вас нет большого стола. Так вот, когда за таким столом вечером собирается вся семья, дети, внуки, правнуки, 3-4 поколения. Что же здесь плохого, я вас спрашиваю? Кому это мешает? А теперь вас прошу, где такие семьи? Я вас уже не спрашиваю, где такие столы. Сейчас же не делают столов. Сейчас делают столики, за которыми вдвоем-то давка. Да. Малогабаритные квартиры, малогабаритная мебель. И прошу меня простить, малогабаритные семьи. А чего же здесь плохого? А что же здесь хорошего? От этого даже души становятся малогабаритными. Ну, знаете, я считаю, что независимость – это тоже не так уж мало. А независимость от кого? От родителей, от детей? Тогда зачем вообще нам наши близкие? Ну, знаете что, я так думаю, что близкие люди – это не потому, что они живут близко. Угу. Ведь можно жить и порознь, и все равно оставаться близкими. Да? Вы так думаете? Я так думаю. И давно вы так думаете? Какая разница? Ну, большая разница. Потому что вы так думаете недавно. И долго не будете так думать. Это я вам обещаю. Ну и слава богу. Видите без нас сколько желающих. Они же, наверное, не успевают печатать. Ну, не все же разъезжаются. Кто-то съезжается. Потому и называется обмен. Вы так считаете? Да, я так считаю. Вы знаете, менять квартиру – последнее дело. Нет, я не скажу, что самое плохое. Но самые последние. Конечно, сейчас, наверное, легче поменять квартиру, чем вот здесь. А здесь так всего много намешано. Так почему же не поменять плохое вот здесь на хорошее? Ой, дедушка, какой же вы интересный человек. Вот вы так хорошо говорите, все дети, внуки, это прекрасно. Но вот водичку-то минеральную сами себе носите. Нет, я не себе. А кому? Своему сыну. Простите, он, наверное, болен? Нет, что вы, он абсолютно здоров. Простите, я постучу по дереву. Да, пожалуйста. Ну, теперь я совершенно ничего не понимаю. Что ему, самому трудно, он не может?
Ну, почему же не может? Может. Может. Ну, во-первых, он много занят на работе, а во-вторых, я от него это делаю тайком. А когда он узнает, страшно ругается. Но всякий раз говорит мне: папа, спасибо. А это же очень важно, когда кто-то тебе говорит спасибо. А? Да, действительно. Ну, вот видите. О, да мы с вами увлеклись. Вот же моя квартира. Ну, большое вам спасибо. Да, пожалуйста. Ну что, до свидания. Всего хорошего. И вам всего хорошего. Спасибо. А ну-ка, давай, а ну-ка, пусть он домой. Это, а какой? До свидания. Игорёк. Да. Игорёчек, иди сюда. Угу. Что, иди сюда. Я занят, понимаешь, занят. Почему, как только ты мне нужен, ты обязательно чем-нибудь занят? Господи, почему, как я только чем-нибудь займусь, я срочно становлюсь кому-то нужен? Игорь. Иду. Помыться спокойно не дадут. Что такое-то? В чем дело? Я хочу тебя поцеловать. Понято. Подожди. Подожди. Нет, нет, нет. Нет, подожди. Нет, нет, нет. Разбили. Можно попробовать склеить. Это же Кузнецов! Мамочка, это к счастью. Да? Может быть, скажешь, какому? Ну, Игорь же не нарочно. А ты хочешь, чтобы он еще и нарочно это все делал? Мама, ну как же тебе не стыдно из-за какой-то чашки? Ты сама их вон сколько уже разбила. Ты знаешь, кто ее покупал? Ты знаешь, сколько этой чашки лет? Это же покупал твой папа! А вы в дом что-нибудь купили? Вы только бьете то, что другие наживали годами. Все! Игорь! В понедельник купим новый сервиз! Игорь! Обедаем в кафе! Игорь! Я здесь больше есть не буду! Ох, напугали! Мама, тебе посуда дороже людей! Я из-за тебя мужа потеряю! Невелика потеря! Ну, знаешь, ты тоже хорош. Что? Тоже говорю, хорош. Ах, так, да? Так, так, так. Прекрасно. Все, хватит с меня. Хватит с меня. Ну, давай, все. Давай. Тебе помочь? Прав был отец, прав, ну, прав. В чем это интересно, он был прав. Да отсади, трогай. Хватит с меня твоей матери. И ты позволяешь оскорблять меня, а? В собственном доме, в собственном доме, а? Не смей говорить про мою мамочку в таком тоне. Не кричи. Ребенка разбудишь. Игорь! Все! Хватит с меня в этой семейке! Все! Милый, что же ты делаешь? Отпусти! Эх вы! Игорь! Сидеть! Пепел нашего огня. У каждого теперь судьба иная. Все реже вспоминаешь ты меня, а я тебя все чаще вспоминаю. Бродили вместе ночи напролет, а нынче наши зори одиноки. Когда за горизонт твоя заря уйдет, моя заря забрежет на востоке. Друживших и с тобой, и со мной, я в равнодушие прикать не буду. Ты теперь обходишь стороной, а я стараюсь их найти повсюду.
пословица дошла до наших дней. Она гласит, насильно мил не будешь, но я люблю тебя, люблю в сто раз сильнее.